Горожан призывают к бдительности. По районам Петербурга кочуют энергетики-аферисты. На этот раз под ударом оказались жители Выборгского. Жалобы в Петроэлектросбыт начали поступать неделю назад. Не прекращаются и по сей день. В почтовые ящики по проспекту Просвещения, Энгельса и Луначарского неизвестные подбрасывают вот такие листовки. Представляются снабжающие организации и требуют замены электросчетчиков. В противном случае угрожают начислениями по нормативу. Сами поставщики причастность к рассылкам отрицают, а потребителям советуют проявить бдительность. Не открывая двери, спросите у него номер счетчика. Если это настоящий контролер, у него есть ведомость, и он сразу вам назовет и номер счетчика, и год его изготовления, и все остальные параметры. А если представившийся контролером визитер начинает запинаться и говорит, что да ладно, открывайте уже, тут потом разберемся, можно смело звонить 02. Доверчивых граждан таким образом дурят уже не первый раз. Фиксировать случаи мошенничества начали год назад. Последний раз прошлой осенью на Васильевском острове. Петербуржцев предупреждают, что без пломбы энергоснабжающей организации квартирный счетчик бесполезен. Принимать по нему показания не станут. Поэтому по всем вопросам замены и обслуживания лучше обращаться напрямую к поставщику ресурсов.